Вневедомственная охрана Орловской Росгвардии подвела промежуточные итоги работы за полугодие. Численность подразделения в неведомке раскрывать не принято, однако известно, что в 2024-м покой и имущество орловчан ежедневно охраняли порядка 30 нарядов. Маршруты патрулирования были проложены с таким расчетом, чтобы контролировать социально значимые и критические объекты, а также общественные места. По итогам работы хотелось бы отметить, что, во-первых, кража хищения сохраняемых объектов, личное имущество граждан, а их в городе Орле свыше 2500, а по области свыше 4000 не допущено. Это свидетельствует о грамотной профилактической работе, а также об эффективности работы охраны тревожной сигнализации. За истекший период отработано свыше 3000 сигналов тревог сохраняемых объектов. Более 260 граждан задержаны и доставлены в правоохранительные органы за нарушение административного и уголовного законодательства.